Всем доброго времени суток, друзья. У микрофона ротный командир Шапорез. Ну, как сказать ротный? Бывшим ротный. Сейчас уже давненько не командовал, давненько в танке не играл. Я вот только что установил моды. Но суть заключается в чем? Моя задача сейчас пока что в данной рубрике именно обучение у других командиров, посмотреть их тактики, возможно, разобрать их ошибки, но это уже попробуем воплотить в дальнейшем. Я не знаю, какой сейчас будет бой, в какую команду я смогу вступить и что из этого вообще в принципе выйдет. Но я надеюсь, что все-таки будет все довольно-таки адекватно. Давайте зайдем в укрепрайон и попробуем найти команду. Как только найдем, так, как говорится, и будем играть. Не буду я вступать, я буду именно в нубовских командах играть. Посмотрим, насколько это будет эффективно, насколько это будет вообще, в принципе, адекватно. Давайте вот такую, например. Чего бы нет. Убери его! Убери! Убери его, выкини, добавьте, убери. Всем привет. Даже так, а я думал, возьми его. Что, уже весело? Заебал. Слушай, ты у меня невеста сегодняшнего дня. Да, блядь, я пусть сейчас учу, бери его нахуй, чтобы я не слышал. Первая попытка у меня найти команду, конечно же, не увенчалась успехом. Но зато со второго раза повезло более лучше. Есть средний танк Т-34-85, Кромвель. Без проблем. Оно тебя не пугает, что у меня рейтинг такой низкий, да? Кого, меня, что ли? У меня низкий, не у тебя, у меня. Очередь СТ нужна. Нет, нормально. Хороший сетап, тяжелый. Ё-моё. УЕКВ-2, Тихий берег. Ну вот она, наша карта. Посмотрим. Надеюсь, командование будет какое-то. Так, тяжки на базе. ЛТ пройдешь вот так, даже за свет нам. Хорошо. Я хочу СТ-шками, чтобы мы сюда прошли, но сначала немножко постоим здесь. Тяжики где-то здесь, забейтесь на базе, чтобы держали. Мне нужно ЛТ дал за свет, и вот так... Я сейчас свет дам. Типа деф. И проходишь, смотри, вот так отсюда вниз, и назад, чтобы не здесь, они здесь будут. Пока СТ-шечки мы здесь ждем. Что за толкотня, блядь? У них все равно одни тяжи, мне нужно знать, куда нам встать, чтобы мы могли постепенно их все грызть. У меня чуйка, либо они пойдут напрямую рашем вот так вот, либо они отсюда катят. Чуйка? Не светился пока, да? Не пока. О, за свет ага, стоп, 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 нет. СТ-шки, стоп, все. Мы идем по берегу, как я и думала. Пошлите по берегу. А тигр с нами. Попробуешь поехать? А мы... СТ-шки мы отсюда идем. Там мы становится тигр. Здесь тигр, тигр должен сюда прийти. Тяжики вы только не даете брать базу. Блин, у них там есть. На КВ второй закинешь арту, Денис? А теперь давайте разберемся по текущим обстоятельствам на мини-карте. 37-му и надо было шкериться в этих камнях и дальше. СТ-шкам, как я считаю, надо было оттянуться в это направление. И там сдерживать просто напор тяжей по центру. Ехать к КВ-2, который на базе находится, я считаю, не имело никакого смысла. А тяжей просто оставить на прикрытии данного направления, чтобы с центра никто не мог воздействовать, и чтобы КВ-2 тот же самый не перетянулся и не начал откидывать с этого направления по нулевой линии. Я думаю, это было бы очень-очень грамотное и своеобразное решение, потому что СТ-шки могут откидывать тяжей по центру, тяжи могут прикрывать все входы в базу. Грубо говоря, абсолютный деф. Все забрали. Я пока во второму попала.
СТ, помогите КВ второго забрать. Пробитие. Есть пробитие. Этих двоих надо забрать. Почему одна СТ-шка здесь, а когда я сказала, мы вместе едем? Теперь давайте разберемся, чем это все заканчивается. Вот эти два тяжа сели в глухую оборону и тупо выезжают по КД, чтобы просто стрельнуть. Есть прострел с центра у тяжей. И плюс к тому же есть проход, чтобы поджать наших тяжей на базе. Вот уже ой, лупит от нашей базы. Блин, нам шестой забыл, так, я сейчас подойду. Пока держитесь, ребят, на базе. На мой взгляд, в принципе, ситуация не прям сильно плачевная, несмотря на то, что начали поджимать просто со всех направлений. Я считаю, что командиру нужно было сказать, чтобы СТ-шки оттягивались и вставали в максимальную оборону. Ну, например, одна СТ-шка оттягивается сюда, а другая оттягивается сюда. Вот. На, держи, сучка. И тебе на. И тебе на. Так, ну тут, короче. Довольно-таки плохо все. Ладно, я отступаю. Это, сука, надо было развернуться, сука, КВ-2. Ну ладно. Короче, как-то вот так вот все плохо у нас вышло. Отвык я от танков, конечно, играть, но надо как-то заново обучаться. На самом деле, я считаю эту рубрику довольно интересной. И ее стоит развивать и пытаться как-то улучшать. Этот бой, конечно же, мы проиграли, само собой, потому что окружили, все дела. Пишите свои комментарии и оставляйте свои отзывы. Привет, Дима.